Всем привет, друзья! Канал Pokemosh Live, Вертик и очередной обзор Локомотива. Мы очень рады вашим оценкам предыдущего ролика с рассказом про сверхсовременный электровоз ЧС-8. А в этот раз давайте окунемся на 90 лет в прошлое СССР, непростые 30-е годы 20 века. Именно тогда был построен первый в Союзе электровоз переменного тока ДЭП всех ВЛ-60, ВЛ-80 и даже ЭП-1М. Знакомьтесь, джентльмены, ОР-22, первый переменник Союза. Тарам! Вот, упрощенная модель пациента. Мы непременно рассмотрим ее подробнее, однако перед этим нужно ответить на вопрос, почему именно переменка? Видите ли, начиная с 1926 года для электросекций и с 1932 для электровозов, в Союзе стали юзать постоянный ток напряжением 1200 и 3000 вольт. Постоянный ток твой бро, электровозы на нем просты по конструкции, обладают хорошими тяговыми качествами, легко запилить рекуперацию и все такое. Однако участок постоянного тока требует частого размещения тяговых подстанций и контактного провода большего сечения. Мало того, инженеры, по примеру Роберта Земекиса, решили заглянуть в будущее и прикинули, что для ведения поезда массой 10 тысяч тонн на 10-тысячном подъеме при скорости 50 км в час тяговый ток электровоза составит 6000 ампер емен. Это ж какой толщины провода потребуется? А тут им, добрые фермеры, вот, пожалуйста. Есть возможность применить переменный ток. Плюсов-то хоть залейся. Сечение проводов меньше. Тяговые подстанции дальше. Потери при передаче электрической энергии ниже. А сам электровоз, во-первых, сколько угодно ходовых позиций. Во-вторых, более мощные тяговые двигатели при прочих равных до 30%, и коэффициент сцепления улучшится на 20%. Кроме того, отделение самих двигателей от контактной сети тяговым трансформатором позволит лучше их защитить от перенапряжений в самой сети. Это просто праздник какой-то. Но одно дело на бумаге, а другой в реале. Решили они для начала построить один электровоз-переменник, так сказать, на пробу. Фирменная вещь возьмем. Сказано, сделано. В 1934 году НКПС поручает заводу «Динамо», тому самому, который уже начал строить ВЛ-19, спроектировать чудо-машину. Выпуск первого переменника был назначен уже на 1935 год. Однако, если верить печати тех лет, сроки постройки были сорваны вредителями. Хулиганы какие-то. Только в октябре 1938 года электровоз с элегантным и необычным внешним видом наконец увидел свет. Друзья мои, нам непременно нужно познакомиться с конструкцией героя. И поскольку наш канал старается радовать джентльменов эксклюзивом, пожалуйста, вот книга уважаемого Виталия Ракова «Локомотивы железных дорог Советского Союза от первых паровозов до современных локомотивов». Издание 1955 года. А вот еще более редкий артефакт – журнал «Электричество», номер 19 от 1937 года. Просто чума! Правда, журлик в виде скана, однако и это мега-круто. Оба издания рассказывают о нашем герое. Причем в журнале приведена даже силовая схема электровоза. Сейчас вы ее увидите, скорее всего, впервые в жизни. Тарам! Главное оборудование новинки состояло из понизительного трансформатора, ртутного выпрямителя, установленного на амортизаторах, и 6 тяговых двигателей ДПЭ-340 мощностью по 340 кВт, таких же, как на ВЛ-19.
Про ртутные или гнетронные выпрямители мы уже рассказывали в ролике про электровоз, опасные для здоровья. На ОР-22, вероятно, бригады испытывали те же трудности. Тем не менее, именно ртутный выпрямитель, имея свойство пропускать ток лишь в одном направлении, от анода к катоду, впервые стал применяться на переменниках. Тут ведь как оно? Если просто переключать аноды, скорость электровоза станет регулироваться скачками. Пуск же локомотива требуется выполнять максимально плавно. И вот что придумали инженеры. Аноды выпрямителя снабдили особыми сеточками. Они могли задерживать прохождение тока через аноды на часть полупериода. Регулируя контроллером машиниста напругу на сетках, можно было постепенно увеличивать продолжительность действия анодов на каждый полупериод. Такая регулировка и позволяет плавно повышать напряжение на двигателях. Профит! Как тут не вспомнить Матья Базара? Это тебе не КГ-8G. Интересно, что для сглаживания пульсации выпрямленного тока фермеры уже тогда применили сглаживающие реакторы. Еще интереснее, что вспомогательные машины, два компрессора, три вентилятора и насосы сразу стали асинхронными и питались от расщепителя фаз, как на V80, короче. Так более того, на валу фазана закрепили генератор управления для питания цепи управления, причем напряжением 50 вольт. Такую конструкцию впоследствии применили на VL-60. Отметим еще, что машина имела две основные ступени скорости при 750 вольтах на ТЭДах и при 1,5 киловольтах. По механике. Электровоз имел две трехосные тележки, аналогичные телегам электровозов СК и С. Через них передавались все тяговые и тормозные усилия. На буферных брусьях устанавливались уже автосцепки типа ИРТ-3. Кузов цельносварной металлический. В отличие от тогдашних ВЛ, не имел переходных площадок. Связано это было с тем, что оборудование в локе стало заметно больше. Пришлось конструкторам увеличивать внутреннюю площадь кузова именно за счет переходных площадок. По размещению оборудования. В центральной части кузова размещался трансформаторный агрегат. Слева от него камера ртутного выпрямителя. Еще дальше вспомогательные машины. Справа от трансформатора камера масляного выключателя, за ней сглаживающий дроссель и остальные вспомогательные машины. Вдоль коридора расположились панели электрических аппаратов. Теперь по кабине. К сожалению, мы не располагаем такими фотками. Вполне возможно, что их вообще не сохранилось, а жаль. Тем не менее, известно, что в кабинах были установлены контроллеры машиниста, кнопочные выключатели, измерительные и сигнальные приборы, колонка ручного тормоза, а также тормозные краны. В журнале «Электричество» даже рассказывается, как управлять ОР-22. Процитируем. Управление электровозом весьма просто. Для приведения его в рабочее состояние машинист должен поднять пантограф, включить масляный выключатель и восстановить быстродействующее реле, запустить расщепитель фаз, запустить остальные вспом-машины, поставить реверсивный валик контроллера в требуемое положение. В течение года после выпуска ОР-22 проходил различные испытания на заводе-изготовителе. В декабре 1939 года его направили на известный нам экспериментальный кольцо в Щербинке. 19 декабря того же года электровоз самостоятельно совершил несколько кругов по нему со скоростью до 45 км в час. В 1940 году аппарат продолжил обкатку в Щербе, где акцент делали на доводке электрического оборудования. В опытных поездках электровоз намотал почти 4000 километров. По результатам стало ясно, что он имеет ряд преимуществ перед тогдашними постоянниками. В отличие от VL-22,
Переменник плавнее разгонялся и быстрее выходил на рабочий режим. Имел более высокие тяговые свойства. Недостатком нового локомотива стало наличие водяного охлаждения выпрямителя, которое создавало немалые трудности при эксплуатации, прежде всего зимой. И солидный вес трансформатора с игнитроном, что повлекло нагрузку от оси на рельсы, сверхдопустимой. Тем не менее, новый электровоз задал ориентиры на десятилетия вперед, как вспоминал разработчик товарищ Тихменев. На опытной машине AR2201 впервые в нашей стране применили фазовое регулирование тока через ртутный выпрямитель и тяговые электродвигатели. Тот же принцип управления силой тяги и скоростью используется на строящихся с 1979 года электровозах переменного тока VL80R. Война не позволила довести нашего героя до ума. Более того, в конце 41-го года его вообще разоборудовали. Трансформатор, выпрямитель и реактор использовали в передвижной тяговой подстанции для нужд армии. Тележки и движки передали в депо для подмены на серийный VL-22. А кузов? Кузов просто порезали в металлолом. В результате от столь легендарного и во многом загадочного электровоза не осталось и следа, кроме нескольких черно-белых фото. Эх, а сохрани тогда УР-22, пусть и без начинки, стоял бы он сейчас, быть может, вместе с первым тепловозом ЧЛ-1 в Питере. Немного характеристик героя. Новая серия переменников в СССР была построена лишь в 1954 году. НО, он же VL-61, тот самый опасный для здоровья. Но это, как говорится, совсем другая история. А теперь, джентльмены, неожиданная информация. Один из докторов, назовем его Оуэн, что значит «неизвестный», утверждает, что ОР-22 никак не может считаться быть первым электровозом-переменником в СССР. В реале первым таким локом явился узкоколейный электровоз ЛТА – лесотехнический архангельский, Архангельского лесотехнического института, а также целая серия опытных электровозов, проходивших испытания на Емцовской и Оленинской лесовозных дорогах. Об этом, дескать, писали в одной из своих книг авторы Боченков и Кашин. Вот как хошь. А вы, уважаемые зрители, верите этому? Или считаете, что все же однофазный ртутный был первым? Напишите, пожалуйста. На этой оптимистичной ноте мы завершаем очередной ролик-молик и оглашаем результаты опроса предыдущего фильма, где мы спросили, кто вам больше по душе, ЧС-8 или ЧС-4Т. И что же? Голосов за ЧС-8 59 голосов. А за ЧС-4 29 голосов. Результат налицо, как говорится. А нам остается, как обычно, сказать всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых видео.